«эрпо» вы выигрываете, если получилось слово «эрпо». Здесь все абсолютно стандартно. Опять есть 4 ситуации. ОО, ОР, РО, РР. Я здесь выигрываю. Это с вероятностью 1/2. Да. С вероятностью 1/2 приписывается не буква О, а буква Р. И, соответственно, это переходит сюда. Теперь давайте рассмотрим сюда. Если мы начали с ситуации РО. С вероятностью 1/2 выигрываете вы. Это если приписывается О. Если приписывается Р, то переходим в ситуацию ОР. В ситуации ОР мы переходим в ситуацию РР, это сюда, с вероятностью 1/2, и в ситуацию РО мы переходим, это сюда. И, наконец, из ситуации ОО мы переходим либо в нее саму, с вероятностью 1/2, либо в ситуацию ОО. Ну, теперь давайте смотреть. Понятно, что здесь мы покрутимся, и перейдем к равной 1/2, да? А потому что мы вообще, в принципе, с вероятностью 1/4 в начале ситуации пришли сюда. Вот, да, нужно в начале ситуации здесь 1/4. Теперь здесь мы крутимся, потом обязательно перейдем сюда. Поэтому здесь вероятность перейти в мою победу, она равна 1, да? То есть если мы сюда попали, то уже моя победа. Хорошо, давайте ситуацию обозначим буквой X, вероятность моей победы, если сюда попали, и вероятность моей победы сюда попали, берем Y. Пишем уравнение. Что такое X? Если мы попали сюда, то после этого мы идем либо сюда и, соответственно, побеждаем, то есть будет 1/2, или мы идем сюда и побеждаем свою победу. Отлично. Если мы попали сюда, проигрываем, проигрывать неинтересно. Вот. Или мы идем сюда, и, соответственно, там у нас уже есть шанс победить. Y — это x пополам. Ну и хорошо. 3/4 x — это 1/2. Значит, x — это 2/3. Хорошо. Y — это 1/3. То есть мы должны 1/2 умножить на 2/3. Дальше 1/4 умножить на 1/3 и 1/4 умножить на 1. Это 2/3. 2/3 вероятность моего выигрыша на это. Значит, 1/3 это что? Вероятность моего проигрыша. И отношение это сколько? А? Отношение. Здорово. Эту стрелочку я обсчитал. И, собственно, давайте подумаем, кстати. РРО, РОО. Меняем Р на О везде, а О на Р. Тогда здесь будет ООР, а здесь будет... Здесь у меня тоже двойка. Но это еще не вся задача, потому что здесь все-таки не между всеми стоят стрелки. Но, тем не менее, чтобы вот доказать, что эта пари действительно нечестная, и понять, в какой мере она нечестная, мне осталось разобраться на самом деле только с одной стрелкой. А именно, стрелка, которая идет из РОО в ООР. Второй раз я пытаюсь рассказать это и по конвею, и по марковским цепям. Вот такие вот графы со стрелочками называются марковские.